I didn't do everything. Наш сегодняшний друг, когда мы не были знакомы, он вот прочел это стихотворение, потом захотел увидеть этот дом. И вот так мы познакомились. Он приехал в Тбилиси, сняли фото у этого дома, возле этого дома, и на фоне, то есть этого дома, потом подружились. Это улица Казбеги, номер 14, где я родился, где я вырос. Это вот Тверийский квартал, старый квартал города Тбилиси. Азбеги скуча номер тот хвен. Дай его сахни, его магида, его толи, кат ката суфра, да агара дрос агар цавида, эса стауби мосули стубра. Ардар чени ларавин убра, да гамоебнен магида стокит, да его деда, кат ката суфра, да его мама, суфра дедрофи. Его сахелец, да усахелец, როგორ შევია ხალხ მრავალ ბაქანს, დაიყო დედა, თეთრი სახელო, დაიყო მამა, ერანგზე ლაქანს. დგებოდა დილა ღამის ნარჩენით, ისვოდა ლურჯი მონასტრის ზარი, დედა გახსნილი ფართოდ ფანჯრები, მამა ოთახში ორფერი ქარი. და მერე როცა გრუბლიან სამანს, მიუახლოვდა სნეული სევდა, კედელზე გაჩნდა ღიმილი მამა, Им танцюли сантел деда, да, и его сахар. Улица Казбеги, номер 14. И был мой дом, был стол накрытый, и скатерть, как снега, белела, а дверь была всегда открытой для праздника, что без предела. И никого не забывали за стол, кто привязал конец. Светилась скатерть, это мама, а на столе кувшин, отец. Был знаменит и безымянен, как на дорожном развороте, и мама, белая рубашка, отец, пятно на отвороте. Рассвет вбирал остатки ночи, вновь доносился звон из храма, отец сквозняк на берегуте. Распахнутые окна, мама. Когда болезнь подкралась тихо, на стене появилась рама, отец, улыбка на портрете, а у портрета свечка, мама. И был мой дом. Нет, без микрофона, по-моему, прочту я вам еще одно стихотворение. Вот про молодежь мы говорили, вот это посвящается вам. Называется «Надя и Елена». Это имена моих дочерей. По-грузински это звучит, вот что звучание услышали. «Меня волкенька, вот хоть ты сам шоулос, ам санагведан рогорц мамали, მზითში გაგატანთ და თქვენთან იულის, როგორც ვარსკვლავი თანა მავალი, მისი წყრიალი რომ გაიგონოთ, რომ მოვწვდეთ სხივი მისი ხურვების, ცაზე წეროთ ამ წკრივის ტრიქონით, წყალზე იესოს ნაფეხურებით, რომ ზეთის ჯვარით ნაკოცნი შულით, იაროთ თუნდაც მცირე ამალით, მე ამ ოკენკავ თქვენთვის სამშობლოს, ამ სანაგვედან, როგორც მამალი. Надя и Леня, я выклюю для вас по зернам из ссора этого отчизну, что провожала вас со звоном, звездой светила вашей жизни. Горячий жар, ее сияние сопутствовал, чтоб вам везде строгою журавлей на небе Иисус следом на воде. Чело крещенное несите, пусть малое святой по пятам, пусть малое святой по пятам, и ссора этого отчизну найду и предам меня.
еще ваш дед изображен, да? Да, это мой дедушка. А что о нем скажете? Почему он здесь? Он какой красавец. Это какой год? А год я не знаю. Наверное, это... Кабардиновый плащ, да. Да, это на мое 40 лет тому назад. Он был министром? Нет, по-моему, а сегодня хватит, по-моему. Юрий Михайлович, вы ничего не накопали? Да, нет. Я осталось только выучить грузинский и кубинский. Тогда я хочу всех поблагодарить. В первую очередь, да, то за тот праздник, который он подарил. Всех организаторов, вдохновителей всех этих поэтических строк, вас всех, любителей поэзии. Огромное вам спасибо.